Генеральная Ассамблея ООН 17 лет назад единогласно приняла решение праздновать Международный день мира, День всеобщего прекращения огня и отказа от насилия, 21 сентября. Для многих людей мир – это повседневная реальность, бесценный дар, которого большинство жителей планеты Земля воспринимают как должное. День мира – возможность напомнить людям не только о важности сохранения любви и милосердия на планете, но и о проблемах окружающей среды, которые сегодня стоят на первом месте. Международный день мира проходит в Бресте уже 8-й раз. День без жестокости, агрессии и насилия. День, когда любовь и милосердие охватывают всю планету. Местом проведения Дня мира традиционно стал Грибной канал. На сцене выступило около 30 различных образовательных, вокальных и танцевальных коллективов. Особой частью праздничной программы стало выступление Брестского клуба афро-латиноамериканских танцев. Звук в исполнении брещан, которые в этот день танцевали более чем в 130 городах мира, покорил зрителей. Хореографию, которую мы учили с учениками, танцуют по всему миру в сотнях городах. И эта акция направлена на то, чтобы показать, что есть такой танец, что люди могут им заниматься и получать от него удовольствие. Очень хорошо, что есть люди, которые своим творчеством, своими, например, песнями, стихами, теми же танцами, да, то есть стараются донести хорошие идеи до людей и таким образом сделать то, чтобы людей сплотило наоборот, а не разъединяло. Жителей и гостей города с наступлением темноты ожидала самая трогательная часть мероприятия – зажжение лампадок на импровизированной аллее мира. «Мы помним», – хотели сказать неравнодушные люди, которые приняли активное участие в создании аллеи. Лампадки зажигались в память тех, кто погиб во время различных военных конфликтов на планете. Эти огоньки стали символом доброты, которая, несмотря на кромешную тьму, пытается светить как можно ярче и освещать как можно больше. С каждым годом мы действительно обозначаем аллею мира лампадками, но каждую лампадку приносит с собой сам житель нашего города. И тем самым это как бы его элемент вовлечения в это наше большое мероприятие, которое, кстати, с каждым годом становится все шире и больше. Я хочу, чтобы они были здоровыми, чтобы они смеялись, когда что-то смешное. Я хочу, чтобы они всегда были здоровы и улыбчивые, добрые люди. Как отмечал писатель Роберт Фулгам, мир – это не то, что нужно желать. Мир – это то, что вы создаете, то, что вы делаете, то, чем вы являетесь, и то, что вы отдаете другим. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.